Сейчас подъезд в доме на Володарского 10 в Мурманске выглядит как новый. Свежая побелка и краска на стенах. А два года назад здесь можно было снимать фильм ужасов. В феврале 2018 года в одной из квартир второго этажа загорелась проводка. И огонь распространился вверх по всему подъезду. Пострадало 8 квартир. Погорельцам предоставили временное жилье из маневренного фонда. Сегодня у них появилась возможность вернуться в родные стены. И основная проблема здесь была в том, что у этого дома деревянные перекрытия. И понятно, что пожар, по сути, оставил только коробку вот в этом подъезде. И понятно, что восстановление было... Ну, по сути, нужно было построить новые квартиры. Остался только лестничные марши. Николай и Елена Назарова день пожара вспоминают с ужасом. Взяв с собой только документы, они по задымленному подъезду выбежали на улицу. Их квартира выгорела почти полностью. В некоторых комнатах не было даже пола. Итоги проведенных восстановительных работ супругов радуют. Огромный плюс, что сейчас железобетонные перекрытия. Да, раньше, соответственно, это деревянные были. То есть это огромный плюс и большое спасибо администрации, то, что они вложили деньги бюджетные на это. Впереди работы по благоустройству жилья, обои, напольное покрытие, необходимая мебель. Однако жильцы будут их делать уже самостоятельно. Антон Батаев, Илья Бояркин, ТВ-21.